Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях виконуючий обов'язки директора ЧАЕС Саїда Валерій Олександрович. Валерій Олександрович, по-перше, яка ситуація на Чорнобильській атомній? Говорять, там рашистів вже нема? Так. Да. Повністю захватчики покинули територію ще позавчора вечором. Ні одного воєнного в пределах охороняємого периметра не було. Начиная с вечера, позавчерашнего дня. Вчера еще в 7 часов наблюдался, откуда-то выскочил с острова одинокий заблудившийся танк, унесся в сторону Чернобыля. После этого фиксировались, проходили колонна понтонной техники. Ну, говорят, техники шло очень много. Это даже информация не то, что они шли мимо станции. А из Чернобыля такую информацию техники шло очень много. Вся шла на север. Ну, поговаривают, что эта техника, вот за счет того, что ее много и она тяжелая, они из-за этого могли еще как бы ухудшить показатели зоны, и, возможно, поднялась пыль, и, возможно, радиация поднялась. По зоне я ничего не скажу, потому что это зона ответственности других предприятий. Mm-hmm. Пока у нас случаев превышения контрольных уровней на площадке не зафиксировано. По состоянию вот на сегодня последняя информация пришла на 9 часов. Но захватчики, прежде чем уйти, подписали достаточно такой странный акт. Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной станции. Они якобы ее охраняли с 24 февраля по 31 марта. Ну, с одной стороны, это вызывает улыбки, а там еще ходят слухи, что это предательство, как могли такое подписать, как вы прокомментируете это? Ну, я могу рассказать, как это было со слов НССа. НССов, там два НССа, которые как раз были. Значит, с утра было заметно определенное оживление, движение. Захватчики бегали туда-сюда, были слишком оживлены. Значит, сказали всем перенести обед, значит, на более позднее время. Там обед где-то с часу было, с 12 было приблизительно всегда. После этого в 9 часов вызвали на перекличку из защитного сооружения всех военных в актовый зал. Нашему персоналу запретили любые перемещения. Например, у НССов стояли вооруженные люди в, как надо сейчас говорят, балаклавах. После этого КБК-1 подогнали не менее, более 10 автозаков, и всех военных погрузили в автозаки. Наши работники столовой, девушки, там как могли, им дали там немного воды, бутербродов, чтобы... Это в том числе и тех, которые охраняли Чернобыль? 169 человек, которые осталось после того, как женщины покинули площадку. Mm-hmm. Всех 169 человек погрузили на автозаки и увезли куда-то на север. Ну, в сторону Беларуси. На север, в сторону Беларуси. На вопрос, куда везут, сказали, это военная тайна, они будут находиться на территории Российской Федерации. Mm-hmm. После этого, ну, вернее, даже в процессе окончания этого, вот эти люди, которые там подписались с другой стороны, принесли этот акт, сказали, или вы его подписываете, или в автозак, и поехали. То есть, геройствовать тут было просто бессмысленно. То есть, они приняли под охрану, хотя 24-го, когда захватывали, что-то никто акта приема под охрану не подносил. Да, ну, как бы несколько странное такое. Вообще, создается впечатление, мы уходим, но вы подпишите, что мы тут ничего не нарушили. Ну, уходите, и слава богу, раньше надо было уходить или вообще не приходить. И еще появилась такая информация, что как бы все атомные станции Украины переданы под... Всемирная ассоциация операторов АЭС была создана в 1989 году после аварии на Чернобыльской АЭС. И структурно состояла, ну, сейчас небольшие изменения, как вот с самого начала было сделано, лондонский офис, это центральный управляющий офис, и 4 региональных центра – аталанский, парижский, московский и токийский. Принадлежность станции, вернее, даже иной раз и отдельных блоков к какому-то центру в основном базировалась, ну, как правило, базировалась на проекте.
какой преимущественно проект. Если это российский дизайн, то они все в московском центре, причем независимо. Даже этот Лавиза, финская станция, была в московском центре. Из Китая, из Индии, то есть чешские, там, это, ну, Тимилин, Дукованы, да, какие проекты, да. Они были, относились к московскому центру. Чернобыльская АЭС, она сначала была в ВАО АЭС, а после того, как мы перешли на бюджетное финансирование, мы не могли платить взносы в эту организацию. Мы долго переписывались, и, наконец, по нам у нас был уникальный статус, ну, потому что мы все-таки, как скажем так, не то что уникальная станция, а именно авария на ЧАЭС стала причиной создания этой организации. У нас единственная станция, мы как член лондонского офиса, прикрепленный к московскому центру было. Да. А вот это то, что говорится, перешли, не перевели, а это было, значит, еще несколько лет уже эта тематика продолжалась, но после того, как начало вторжения, принято решение, и все атомные станции Украины мне тоже обращались, спрашивали, поддерживаю ли я такое решение, я сказал, что да, можете смело, я вам делегирую свой голос, можете говорить от имени Чернобыльской АЭС, что в настоящее время нет никакой в первую очередь моральной возможности находиться в рядах московского центра. И тем более, что атомные станции Украины платили туда взносы. Понятно. Так, да. Хорошо. И поэтому это решение украинской эксплуатирующих организаций. Я понимаю, что на некоторые вопросы вы можете говорить, что это военная тайна, но я должен их задать, потому что люди интересуются, планируется ли ротация. Безусловно, безусловно. Об этом даже и речи не может быть. Она планируется. Сейчас, пока уходят, мы опять же несколько отложили проведение ротации, потому что сейчас пока, по последней информации на утро, что украинские силы дошли уже в район Детяток, и будут двигаться дальше. Поэтому мы поговорили с НССами и решили, что пока не станет безопасно, по крайней мере, пока силы Украины не дойдут до ЧАЭС. И даже я просил, чтобы нам прислали саперов, потому что сюрпризы могли быть. Подозрительные предметы фиксируются, их огораживают. Поэтому очень бы хотелось, чтобы еще обследовали профессиональные саперы, и в зоне отчуждения было тихо, потому что даже если у нас пока нету связи не через по одному каналу с украинскими военными, чтобы они хотя бы знали, кто это движется, что это просто персонал на ротацию. То есть, как и раньше, приоритет – это безопасность персонала. То есть, когда мы будем уверены, что их можно безопасно привести на станцию и увезти тех, кто оттуда, смену сдал. Смену принял, да. Не вот этот вот акт, а нормально. Да. Как у нас принято. Хорошо. И, насколько я знаю, из сообщений средств массовой информации, директор МАГАТЭ сейчас находится в Киеве и планирует визит на Чернобыльскую атомную станцию. Я так понимаю, что вы не можете мне сказать, будет этот визит и когда. Я слышал такое, что он находится, и вроде он собирался, и он неоднократно высказывался о том, что он хочет посетить площадку ЧАЭС еще до приезда в Украину. Это все было, и все это легко найти в средствах массовой информации. Будет ли, когда это будет, неизвестно, но мне тоже об этом руководство Державного агентства зоны отчуждения говорило, что такие слухи ходят, и спрашивали, что возможно ли прибыть и мне туда. Я говорю, что если такая возможность будет, приложу все усилия, чтобы в это время находиться на станции. Но пока тут сказать, что это будет завтра, послезавтра, послезавтра, я не могу. Может быть, и будет ли вообще в конце концов. Понятно. Так они из Парижа высказывали свои опасения, а так хоть пусть лично посмотрят. МАГАТЭ в Вене.
Ну, из Вены высказывали свои опасения. Ну, неважно. Я уже не знаю, откуда они высказывали свои опасения. Но якобы он сказал, что все нормально. Тоже он тоже подтвердил, что все нормально. Ну, наверное, о слухах, об окопах и о прочем я вас спрашивать не буду. Вряд ли вы знаете. Вообще, НСС, видели какие-нибудь окопы там? Я слышал много раз, и даже средства массовой информации, которые всегда задают вопросы, это уже стало как притча во языцах, окопы в рыжем лесу. Да, могу сказать, что ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку это то, что персонал наш, люди видят, это в пределах прямой видимости от станции. И рыжего леса там, может быть, какие-то начала и можно рассмотреть, но рыжий лес – это ж не 5 на 5 метров, а немножко больше, поэтому не знаю. Может и есть, может и нету. Не знаю. Задают вопросы, потому что, когда наших военных увезли, там их собирали в спешке и не дали уже потом вернуться обратно в убежище. Значит, НСС заходил туда, и там очень много документов. Мы их собираем периодически, делаем списки, чтобы потом вернуть. Потому что там и документы, там паспорта, удостоверение военнослужащего, там на ношение оружия что-то есть, удостоверение. Да. Плюс к тому очень много карточек, ключей. Все это будет собрано и передано. Ну, со временем, когда смена поедет обратно. Когда смена поедет, и надо понимать, что на станции находится персонала всего 59 человек, у них есть еще и свои должностные обязанности, это как они делают свободное время, а документов и вещей там очень много. То есть, это все будет, естественно, собрано. Вот нам сегодня уже переслали первый список на 4 страницах, то есть, тех документов, которые пока только документы хотя бы делают. Будем еще и дальше продолжать эту работу. Ну, и, может быть, последнее, как вишенка на торте. Сегодня в 11:00 на ЧАЭС под звуки государственного гимна поднят флаг Украины. Ну, это просто замечательная точка в нашем разговоре с исполняющим обязанности директора Сейдаем Валерием Александровичем. Спасибо вам большое. Ну, а мы поговорим о слухах. И сейчас Валерий Александрович отправится на свое рабочее место. Вот. А мы сейчас посмотрим репортаж о том, как директор Чернобыльтура Ярослав Емельяненко развивает некоторые слухи, а некоторые даже и подтверждает и улыбается. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч. Що окупанти, які нервували і дратували наших на станції на Чорнобилі, будуть тепер світитися ночами? Чи будуть світитися, чи не будуть? І скільки людей таки отримали оцю смертельну дозу опромінення? Бо рити окопи в Рудому лісі – це треба бути, ну, суперінтелектуалом, молодцем таким. Так, ви абсолютно праві. Наразі поки що не відомо, скільки конкретно людей приймали участь у цих діях, що заборонені абсолютно у зоні відчуження, тобто копати там не можна без засобів захисту дихання та інших спеціальних, іншого спеціального обладнання, дозиметрів і всього іншого. Тому білоруси нам повідомили, що тільки позавчора 7 автобусів ПАЗ привезли до Гомельського радіаційного центру і привозять на постійній основі. Тобто це просто за один день, за один приїзд приїхали 7 автобусів. Тобто ми, не двоє людей, а суттєво більше, так? Не двоє людей, суттєво більше. Це набагато більше, це сотні людей. Насправді всі ті люди, які проходили через Чорнобильську зону, всі ті росіяни, які місили радіоактивну багнюку, піднімали радіоактивний пил, кадирівці, які лупили селфі з Чорнобильської зони, стоячи просто не на дорозі, а на ґрунті, ми бачимо, що там абсолютно все пильне, а пиль в зоні, вона є радіоактивною, її не можна вдихати. І якщо казати про зовнішнє опромінення, вірогідно, вони отримали не такі високі дози, саме гамовипромінювання, а те, що вони наковталися з пилюкою, надихалися цієї радіоактивної пилі, яка їх зараз зжирає зсередини альфа-бета частинками, то це факт. Скільки їх конкретно, чи є там смертельні дози, ви знаєте, дуже очікуємо заходу на цю територію для того, щоб подивитися, де насправді вони ці фортифікаційні споруди вирили, оцінити ті рівні, в яких вони працювали радіаційні, та зрозуміти, що з ними сталося, і будемо намагатися слідкувати за їхньою судьбою вже після цього, тому що, ну, я так розумію, що вони потрапили в Гомель, а білоруси все ж таки інформацію поки що трошки діляться, що там відбувається на їхній території.
Ви знаєте, вони підняли радіаційний фон в перші дні, коли заходили туди броньованою технікою та їхали навпростець, розвозячи, розмазуючи цю радіаційну грязюку. І весь місяць, який вони там були, вони її місили туди-сюди і дихали цією грязюкою. Ця грязюка не виходить, не вилітає з вітром за територію Чорнобильської зони, тобто переживати жителям околишніх регіонів чи Києва немає сенсу. Але справа в тому, що коли вони відходили вже, вони розмазали цю грязь повністю по території Білорусі, Росії і далі, куди йдуть їхні війська на перегрупування. Стосовно того, які там рівні зараз, вони безпечні, скажімо так, я точних вам назвати не можу, тому що ми орієнтуємось по тим даним, що були на початок війни, вони відносно безпечні для правильного поводження з ними. Тобто зараз після росіян треба буде відмити поливалками, як це відбувалося в 86-му році після аварії на ЧАЕС, відмити дороги і найближчі місяці ходити тільки дорогами. Ну, по-перше, радіація, яка дестабілізовані радіонукліди вийшли з землі. А по-друге, це все ж таки небезпека замінування, тому що ми не знаємо наразі, що там залишили після цього якісь сюрпризи наші загарбники. Тому ось така ситуація. Тому, в принципі, в плані радіації в самій Чорнобильській зоні підвищення, звісно, є з першого дня, але з цими підвищеннями наші спеціалісти, ліквідатори дуже швидко впораються, тому що такий досвід ліквідації в нас вже є. Чи внесете ви в тур по Чорнобилю місця, де ці орки копали і казали, що отак робити не можна? А тому що, от дивіться, оце окоп, отак робити не можна. Ну, то є демонстрація премії Дарвіна. Да, власне, ці чуваки отримали премію Дарвіна. Цей факт розриття окопів і закоплення як факт Чорнобильської та Запорізької атомної електростанції, в принципі, в нас за рік, за два буде у підручниках історії. Тому що це такі факти, які вперше в світі відбувалися. Вперше в світі Росія захопила чиїсь атомні електростанції. Вперше в світі в історії ліквідації, це новітні історії України, наслідки на Чорнобильській АЕС, були розриті абсолютно бездумно, абсолютно по-мавп'ячому ось такі фортифікаційні споруди в найбруднішому місці, по суті, у могильнику радіоактивних відходів. Тобто ця історія дуже цікава і для туризму, і я гадаю, що після звільнення Чорнобильської зони та відновлення туризму в нас буде не тільки музей Рудого лісу з цими фортифікаційними спорудами, але й багато нових музеїв ворожої техніки.